Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Вы мне писали в комментариях: «Рэй, поиграй», давно не был в ней, ну вот я и решил. Отдыхал я, грубо говоря, месяц от нее. Так, конец сезона, кстати, через неделю, друзья мои. Ну, я не собираюсь куда-то там вырываться в топчики, потому что я с прошлого раза, когда я, сколько там, 45-й ранг себе набил, да, или 43-й, и получил вообще вшивую награду, меня, ребята, это очень сильно разочаровало, и как бы желание играть у нее просто отбило. Ну, вы попросили поиграть, давай попробуем. Так, начнем, наверное, с громкого события. В колоде зубостезилы полно горошин, так что банда горошин быстро вольется в бой. Однако бессмертие использует стратегическую колоду взбучка, поэтому не теряйте времени. То есть я буду играть за зубостезилу, судя по всему, да? Против бессмертия. А что там у нее за взбучка? А, наоборот. Так, хорошо. Блин, что-то как-то... Ага. Давай посмотрим, что у нас из этого получится. Полно горошин, я так и понял. Сейчас начнет тут, короче, шаманить. Ну, тут-то мы с тобой прикроемся, по крайней мере. Ты, блин, сейчас серьезно? Хотя нормально. Так, полно горошин. Вот это мне не нравится, что там полно горошин. То есть, кого бы мы сейчас с тобой тут не поставили, он будет вызывать эти горошины. Но у нас есть спортсмен, который будет прокачиваться. Если, конечно, он не уничтожит. Как же. Естественно, друзья мои, бомбит. Оу, еще и подсолнушек поставил. Еще поставил подсолнушек, да, у него будет сейчас 4 энергии. Угу. А если я сделаю вот так? Да ладно, блин, к себе подтягиваешь, да? Окей, допустим. Блин, что же сделать нам? Ну, давай я вот так, наверное, сделаю. Надеюсь, могилоеда у тебя нету. О, как. Гаденыш, ты посмотри, а. Так, ну что ж, давай сделаем тогда вот так с тобой. А здесь, по крайней мере, мы подсолнух с тобой уничтожим. Но единственное, что вот он как будто поставит наверх. Так, прокачиваемся. На тебе. Так, вот теперь самое интересное. Что нам сделать? У нас есть два спортсмена. Ну, этот будет прокачиваться, понятное дело. Если я поставлю вот сюда. Посмотрим, что он будет сейчас вытворять. Ох. Ох-хо-хо-хо-хо-хо-хо, ребят. Это не есть гуд на самом деле. Это вообще не есть гуд. Так, посмотрим. 9 в лицо, это, конечно, блин, печалька. Такс, что же дальше? Трубочист. Блин, мне кажется, он, наверное, сейчас... Ну вот кто, блин. Бомбанет, не бомбанет, фиг его знает. Ну давай я сделаю вот так вот. Выберите, куда поставить. Ну вот сюда мы поставим с тобой. Фасолька. И пока ничего. Ага. Горошина. Еще, да? Усиливает. Так, ну у нас с тобой защита, если что, сработает. А я думаю, что ему крышка сейчас будет. Погнали. Так, получаем прокачку. И добивка. Все, ребят.
Зубастизилу мы с тобой одолели. 100 билетиков. Понятно. Ну что, теперь пойдем попробуем поиграть в ПВП. Так, пробная. До сих пор, ребята, играю пробной колодой за нашего ржавого разряда. Сейчас посмотрим, кого дадут. У меня какой там? 31-й, да, ранг? А нам дают 33-й. Плюс вспышка на солнце. Замечательно. Сейчас, по-моему, мы с тобой будем отгребать, скорее всего. Вот это вот я заменю. Вот так вот, в принципе, меня устраивает. Поехали. Посмотрим, что у тебя в запасике. Ничего. Но я думаю, что молоточек-то у тебя там припасен, скорее всего. Иначе и быть не может. Так, ну что, как вариант, можно усилиться чуть-чуть. Сумоист. Сумоист. Давай сделаем так. Не знаю, зачем я сумоиста сюда позвал, если честно. Но вспышка на солнце. О. Так, иди-ка сюда. Уж не знаю, кто там, друзья мои. Кого он сейчас хочет выставить? Ну давай я вот так вот сделаю. Серьезно? Ну давай, допустим, мы сделаем так. Хорошо. На кого нам тут? Да вообще-то ни на кого, да? Да, ни на кого. Пока так, ребята, оставим как есть. Единственное, что он сейчас... Ой, понятно. А ты в кого там превратил? В орех. Защита... А, нет, защита не сработала. И кто там? О! И кого-то сейчас уничтожит, да? Кого? Не дай бог. Нет. Ну что, друзья мои, я, наверное, здесь пропущу ход, с вашего позволения. Я думаю, что многие поймут, для чего я это сделаю. У меня есть флакончик. Вот этот вот, который всех уничтожит. А видишь, как он делает? Флакончик. Ну, давай сделаем так. Так уж и быть. Поехали. Естественно, он будет отхиливать. Без этого никуда. Теперь попробуем сделать вот так. Что там? Ага, вот даже как. Кто тут у нас появится? Ну-ка, покажи мне. Эх. Немножечко не то, что я хотел бы. Блин, у меня два вируса лежит в руке. Два вируса, друзья. Что будем с ними делать? С этими вирусами, скажи-ка мне на милость. Давай сделаем так. Пропустим пока. Потратил, окей. Так, что, прочерк? Прочерк ты делаешь? Ой, ты какой. Ну, мы тогда вирус с тобой сделаем. Неплохенько, погнали. Такс. Ну что же, я даже не знаю, ребят. Давай, наверное, сделаем вот так вот. И вот так.
Поехали. Возможно, уничтож... Ах, вот у тебя что есть. Чомпер у него был, оказывается. Так, вытягивай две карты. Ну что же, поехали. Что там? Одну единицу урона зомби. Ладно, фиг с ним. Погнали. Так, итого у него остается 6 хп. 6, друзья мои, хп. Давай я вот так вот сделаю. Что он будет делать? Опачки! Ты гляди! Кукурузный отморозок у него есть. Ну что, ребята, делаем вирус. Не делаем мы с тобой никакого. Хотя, почему не делаем? Делаем. Делаем вирус. Плюс ко всему мы, наверное, сделаем с тобой... Или еще вирус нам сделать? Давай-ка еще вирусочек сделаем один. Вот так вот. Поехали. Ну, 6 в лицо, да, ребят. Тут уж никуда не денешься. Так, плюс по 2 карты мы берем, да? Так, мне выпал вирус. Что он будет делать? Сейчас посмотрим. Угу. Ему хочется нанести 2 урона, да? Ну и восстанавливает, естественно, хп себе. Так, ребята, попробуем сделать вот такую штуку. Не сказать, что... То, что мне надо, но тем не менее. Так, ну и, естественно, защиту. Так, и все пока. Поехали. Так, а ты кость не будешь, да, выкидывать? Понял. Теперь делаем так. Ну и, наверное, вот так. Посмотрим, что нам тут светит. Пока, ребят, ничего хорошего. О! Ну вот как тут можно, ребята, играть? Ну вот как можно играть, когда вот... Ну по-другому это не скажешь, ему просто повезло. Понимаешь, просто повезло. Что вот этот вот выпал ему. А вот мне здесь не очень повезло. Ладно, первый блин комом. Ну что я тут сделаю? Уже все. Фейл, друзья мои, фейл. Чистой воды. Чистой, друзья мои, воды фейл. Так и вот так. Что бы я тут не сделал, уже бесполезно. А, он еще и защиту ставит. Он еще и поставил защиту. Грибочек. Усиление. Тут можно сдаваться уже смело, ребят. Тут ничего не поможет. Еще раз повторяю. Выиграл за счет только своей вот этой карты. Поверь мне. То, что там выпал этот кабачок джин, или как его назвать, даже не знаю. Баклажан джин, наверное, да? И превратил все мои карты в 1-1. Поехали.
Так, мы с тобой против ореха. Начнем потихонечку. Так, мне кажется, этот орех будет на хилках работать. Вот, нутром чувствую, просто на хилках. Так, что нам вытянется? Да ё-моё. Ну что это? Он не спешит никуда, значит, действительно, ребята, на хилочках. Ну давай я вот так вот поставлю. Просто хочу посмотреть. Если он сейчас ставит растение плюс хил, грибок. Грибок. Интересно. Давай-ка вот сюда тебя поставим, грибочек. А здесь сделаем вот так. Погнали. Так, 4 энергии, да? Но он, естественно, берет больше. Сейчас посмотрим. Мне вот просто интересно, что он будет делать. У него 6 энергии. Ага. И хил. Ну, я, в принципе, ребята, был прав. В принципе, я был прав. Поэтому давай, наверное, вот так вот сделаем с тобой. Вирус. Вирус — это всегда хорошо. Угу, еще вирус. Поехали. Допустим. Блин, что у него там? Орех? Да, скорее всего, орех. Хотя, может быть, восстановление жизни. Но этот орех у нас будет на отхилках работать. Понятное дело, стена орех все-таки вызывает. Где мои пробирки, скажите мне на милость. Угу. Так, ну что? Здесь, наверное, сделаем вот таким вот образом. Че он там? Шипы. Шипы поставил. Ага, еще этот орех. Так, подожди, или же у него на орехах колода? Непонятно пока, если честно. Хотя у него может быть и на хилах, и на орехах. Такой вариант тоже может быть. Так, спортсменчик. Пока мне здесь ничего не надо. Я просто посмотрю, что он будет делать. Если что, у нас есть защита, но также есть и вирус. Можно вирус, в принципе. Хиляет. Ага, хиляет. Ага, вот ты чё. Вот ты чё замутил. Так, ребят, ну тут, естественно, надо ставить вирус. Тут, понятное дело, вирус. Плюс вот здесь вот ставим с тобой защиту. И, соответственно, пробиваем весь ряд. Тут однозначно. Поехали. Решил он, значит, на этих, да, выкрутиться. Не подрасчитал парнишка, конечно. Но он не знал, что у меня такие колоды. Так-с, и троечку еще в лицо. И остается у тебя, парень, 3 хп. Ну, тут уже, как говорится, смотрим, что он будет делать. Возможно, легендарная карта есть у него. Возможно. Возможно, есть хил. Хил у него, наверное, дофигища. Ага, защитник у него. Ну, против него, естественно, вот так вот делаем. И делаем с тобой... А, все, он сдался. Ну что, пока 1-1. Сравняли счет. Я просто, ребят, хочу получить 1000 кристаллов для того, чтобы мы с тобой могли взять 10 паков. За 10 паков, если там выпадет нам хотя бы одна легендарка, я уже буду счастлив. Так, ну что, здесь вот это уберем пока карту с тобой. Ну, что-то уж как-то слишком, ребят. Ну, это что за дела-то? Вот. Вот на этом хотя бы остановимся. А то дали мне одних заклинаний целую руку. Иди играй, Рэй, как хочешь. Нет, так дело не пойдет.
Страшно, страшно выпускать его. Но посмотрим, ребят. Если у него есть заклинание, уничтожает зомби с наименьшим количеством здоровья, он ее потратит сюда. Но он что-то думает. Он думает, он, наверное, уже прикинул, что у меня колода идет спортивная. И оценивает. Не стал почему-то бомбить, значит, у него что-то другое, ребят. Значит, у него что-то другое. Давай посмотрим, что он будет сейчас выбрасывать. Так, зубостезила у нас на чем обычно? Ага, вот как. Вот как, значит, она хочет, да? Поехали. Здесь опять же мне... Сейчас, наверное, поставят что-нибудь, ребят, на усиление. Скорее всего, ландшафт поменяется. Фу. Абсолютно не меняет. В чем прикол? Ну, если я вот так сделаю. Вот сейчас задумается. Вот сейчас задумается и начнет, ребята, уже шуршать. Потому что тут уже накаляется обстановка. И ты видишь, он тратит целую газонокосилку. Потому что прекрасно знает, что этот прокачает и себя, и вот здесь. Ну, а мы с тобой пропускаем. Блин, сейчас у него... О, сработала защита. И вот сейчас, наверное, уничтожает с наименьшим здоровьем, да? Так и есть. Уничтожил. Получаем урон. Так, 5 энергии. Опять же, у меня ничего нету. Поставить ничего не могу. Вот это плохо. Пропускать приходится, ребят. Мне что-нибудь дадут? А, во. Вот так вот сделаем. Конечно, глупо это было, но... Сделаем так. Так, две фиговинки выпало. Одна бомбит, у нас защита. Мы пока ее тратить не будем. Ну и что же у нас с тобой остается? Давай так сделаем. Ну и все, пока. Уничтожает зомби на земле. Тратит еще одну газонокосилку. Бонг чой. Короче, мы с тобой делаем вот так вот. И стоит ли тратить? Давай вот так вот, наверное, сделаю. И... Да и все, пока. Блин, у меня нет карт. Карты... Да что ты будешь делать? Они дают мне карту, но это не то, что мне надо. Ну вот, еще не легче. Что тебе там выпадет сейчас? Троечка, да? Угу. Так, ну что, здесь мы поставим защиту. А, плюс флакончик. Ну давай сделаем так. 5 защита. Поехали. Так, 5. 5 и 1. Ну, в принципе, неплохо. Можно воспользоваться, да? Или как мы сделаем с тобой? Вот так вот. Я знаю, что этот ему покой не даст. И он уничтожает всех зомби на земле. Тратит огуречную бомбу. Дело твое. Вот что он сделал. Но он больше не поднимет себе левел. Если, конечно, не примет какую-нибудь там
пробирку, флакончик или еще что-нибудь. Уровень-то будет расти, понятное дело. Давай вот так вот сделаем. Посмотрим. Есть ли у него что-нибудь такое, что может уничтожить. О, роза. Роза, друзья мои. Что тогда делать? Ну-ка, смотрим, сколько он там. 5-5. Слушай, а роза, по-моему, может уничтожать, даже несмотря на то, что у нее нету атаки, да? По-моему, так. И даже несмотря на то, что там будет защита. Я не уверен, конечно, в этом, но сейчас посмотрим. На один больше плюс тянем карту. Ну, поехали. Все-таки атакует, да, ребят. Есть у нее такое дело, атаковать. Да ты там вакаешь, квакаешь мне. Сделаем так. И сделаем вот так. Да, обстановочка, конечно, здесь не очень хорошая для меня. Я бы даже сказал, вообще не хорошая. Блин, превратил на один больше, да? Достался мне этот охламон. Лучше бы был, конечно, динозаврик. Так, плюс 2 энергии. У нас получится 5. И что у нас по заклинашкам? Мы можем поставить защиту. А смысл от этой защиты все равно здесь уничтожит. А нам нужно нанести 5 в лицо. Усиляшек нету. Могу превратить вот этого в кого-нибудь другого. Как вариантик. Так, ребят, что-то он там завис. Неужели он решил сдаться? А я тут планы грандиозные строю. Да, он, похоже, сдается, ребят. Ну что я могу сказать? Хорошо он дрался, сопротивлялся. Я не знаю, почему он отключился. У него, в принципе, рука довольно такая бодренькая. То, что здоровья, конечно, маловато. Ну, я бы не сдался бы. Вот здесь бы я бы не сдался. Так, ну что, ребята, 2-1 пока идем. Ой, каратин. Вот с этой вот поганкой драться плохо, ребят. По крайней мере, у меня очень паршиво получается. 2 сумма и стаж. Да ну. 2 сумма иста плюс заклинахи против каратина, но это не катит. Ух ты. А что это он так? С чего вдруг мину-то поставил? Хм. Тебе это подозрительно, не кажется? Почему он решил мину сюда влепить? Опа. А вот это новости. Ни за что бы не подумал. Серьезно тебе говорю. Ни за что бы не подумал, что у него будет. О! Вот это хорошо. Как раз можем минку уничтожить, да? Если бы он еще что-нибудь поставил бы нам такого прекрасного. Будет выставлять, нет? Ну, каратинчик, давай. Кстати, 31 уровня. О, смотри, что сделал. Смотри, что сделал. Мне его не достать. Я смогу его достать только через спортсмена. Верно? Верно. Вопрос, зачем мне тратить спортсмена? Посмотрим так. Сдвигать будет. Под мину, да? Ох. Слушай, ну смотри тогда, что у нас получается. Да, мы получаем люлей здесь, конечно, не спорю. У нас есть хил с тобой, если что. Угу.
Угу. Что сделать тут лучше? Даже пока не знаю. Давай, наверное, вот так вот попробуем сделать. Что там? Ставит шипастую лужайку. Ага. Вот даже как. Ну тут, друзья мои, я все-таки хильнусь, с вашего позволения. Поехали. Так, допустим. Что мы с тобой можем здесь замутить? Наверное, пока ничего. Пока ничего. Так, у него там, наверное, доборчиков очень много, да, я так понимаю? Хм, как сделать-то лучше? Или не трогать? Давай не будем трогать пока. Ага. Ух, красавчик ты наш. Просто красавелла. По-другому не скажешь, ребят. Просто красавелла. Поехали. Так, двигаемся дальше. Ну, здесь я, наверное, могу себе позволить и вот это вот достать. Если что, ракета у нас есть. Понял. Две карты хочешь взять? Хорошо, бери две карты. Тух. Погнали. Раз. Два. Прокачка. Правда, одной карты только, но ничего страшного. Так, теперь, наверное, сделаем. Никак. Пока никак не делаем. Фонарь. Чеснок. Фонарь, чеснок. Угу. Еще фонарь. Так, ребята, делаем здесь вот таким вот образом. Окей. Плюс. Будем брать или как? Или лучше таким образом поуничтожаем? Чпок. Так, дальше, наверное, сюда. И сюда. Ну и шикарно, поехали. Ах ты. Сейчас может взять карты шаманства, или как они там называются. Или выставить морковку, которая своим грейдером будет двигать всех. Или просто сдаться. Нет, все-таки грейдер, да? Кого смещаешь? Даже так. Окей. Да ну, серьезно, что ли, на шипы прям скинул? Прям вот на шипы скинул. Поехали тогда. Красота-то какая, ребят, получается, смотри. А? Правда хорошо? И красиво? Ну что тут получается? Вот ты как. Вот ты как решил, да? Так, 4 это 10, 7. Так все, крышка ему тогда. А нет, нет, ребята, ошибочка вышла, еще не крышка. Пардонче. Еще будет воевать. Мало того, что будет воевать, он еще и карту сейчас возьмет. Вот
Вот о чем я тебе и говорю. Ну что, пропускаем? Фонарь. Вот это уже бор здесь начинается. Кого тут можно подбить? Сделаем вот так вот. Что там, 3 урона, да, ему нужно в лицо дать? 3 урона. Тут все прикрыто. Давай так сделаем. А стоит ли нам менять? Нет, не стоит. Погнали. Угу. Отлично. Так, друзья мои. Блин, как тут лучше сделать-то? Наверное, вот так вот. Да куда ты, господи, выкрикиваешь здесь? И вот так. Ну-ка, посмотрим. Оух. Слушай, арбуз. Погнали. Заморозка, естественно. Так, здесь истребляем. И кто же у нас тут вылупляется? Ох, красота, друзья мои, красота. Едем дальше. Здесь мы... Давай поставим повара, фиг с ним. Чё там у тебя, шипы? Ха-ха. Ну вот тут-то ты фиг угадал, парень. И сделаем вот так вот. Ух. Вообще чётенько. Ну разве не красота, ребят? Смотри, что получается. Тыч. И в лицо. 5-ку. На. Ну, опять же повезло. Опять же повезло, ребят. Против каратина выиграл. Это очень-очень редко у меня получается. Но, как видишь, здесь нам повезло. Так, еще 2 победы нам нужно сделать, чтобы перейти на 32-й ранг. Что не так легко для меня? Блин, надо за кого-нибудь другого поиграть. А я, ребят, так отвык за других, за растений. Вообще не могу, не получается сейчас в последнее время. Тем более, когда мы выше 30-го ранга, там вообще шансов 0 у меня. Ну, что это такое? Ну, что это, ребят? Ну, опять же, все получается не так, как я хочу. Мне дали ракету. Первый ход у меня будет с 3 энергии, поэтому нас, скорее всего, сейчас скинут. Ранг 32 моего противника, и звать его Амбассадор 381. Хорошо он там подумал, я так понимаю, да? Перед выбором карт. Сразу можно определить по первой карте, которую он поставит, за кого он будет играть. Скорее всего, на горошинах. А может быть, на чем еще он может сыграть? На горошинах. Блин, Амбассадор, по-моему, мне когда-то уже попадался этот противник. 381. Ну, может быть, не именно 381, но Амбассадор точно был. Это, видимо, из тех разрядов, которые будут по 3 часа сидеть и думать, кого выставить. Вот, смотри, 5 в лицо. Значит, чувак уверен в себе. Значит, у него очень быстрая колода. Угу. То есть, если я поставлю ландшафт, то он, естественно, его уничтожит. Ну, как ты видишь, нифига мне не везет. Мне дали 2 спортсменов за 3 энергии. Спасибо тебе большое, игра. Знаешь, как подбодрить. И опять же никого не стал ставить. Так, ну что, поехали, попробуем. Ребят, что из этого получится?
Посмотрим, что он сейчас поставит. Шипастую лужайку, да, наверное, как всегда. Да ладно. Что же у тебя там такое? Что ты за колод, за комбу-то ищешь, а? Скажи-ка мне на милость. Что за комбинацию ищет у нас зеленая тень? Мне даже самому интересно стало. Ну, допустим. Так, что у нас тут? Мы можем сделать, в принципе, вот так. Да что вы, сговорились, что ли? Одни и те же даете мне. Ну и вот так. Два, два, два. Эх, сейчас бы сюда тренера бы, да, друзья? И под защитку бы. Хотя, в принципе... Hello. Hello. Неужели у него там бонусные атаки присутствуют? А ведь это... Так. Все, ребята, я понял. Горох, горошины стручки? Так, что ли? Горошины стручки. Хорошо я выразился. Угу. Что же сделать? Что же сделать, ребята, я не знаю пока. Давай так, наверное, попробуем. Просто интересно, что он будет делать. Заморозка, да? Плюс сверху. Это вот это он прокачивать, что ли, собрался? Вот так вот, да? Значит, мы его с тобой уничтожаем с помощью ракеты. Чпок. Погнали. Защита? Нет, не срабатывает. А он сейчас срабатывает. Ну что у него там может быть? Не знаю, ребят. Ничего. Ну что, проверим нашу фортуну. У тебя будет опять заморозка сейчас, что ли, там? Блин, стручки — это, конечно, плохо. По идее, у него должен быть и на воде чувак стоять. Я сомневаюсь, что амбассадор 381 вот так вот просто на шару взял. Видишь, нет, конечно же. Этого убирает. Ха-ха-ха-ха, все, дохахакался. Еще одного. Или что, или... Ха, не пойму, если честно, ребят, что за колода у него. Так, погнали. Угу. Допустим. Ну, давай я сделаю вот так. И вот так. Блин, мне очень интересно. Ну... Судя по всему, ребята, да, у него горошины и стручки должны быть. Ох ты. Давай только без прокачки, пожалуйста, вот этого вот хмыреныша. Не надо на него сейчас прокачку дополнительную ставить. Слушай, а что я переживаю на самом-то деле? Нет, ну если он прокачку сейчас по... Заморозку? Ох как. Ну, ребята, тут что я могу сделать? Неохота, конечно, тратить. Но, видимо, придется. Поехали. Так. Так. С таким звуком все. Сдулся. Давай так сделаем.
Как ему не дает покоя вот этот, да? Блин, кого убрать он хочет опять, а? Опять защитника убрал. Опять он убрал мне защитника. Стража Галактики. Раз, два, три, четыре. Так, раз, два, три. Ага, пять карт. Ух. На что ты рассчитываешь, парень? Я не могу понять. Что ты хочешь сделать? Ха. Ладно, поехали. Не знаю, ребят, что он хочет сделать. Что-то мутит. Что-то он здесь мутит. Ему специально, что ли, нужно было бы, чтобы все мои бойцы были 3-3? Так, шаром можем раздавить, да, этот? Нет. Где мои все вирусы? Скажите ко мне на милости. Опять, у него, походу, дело... Что-то не так пошло, все, видишь, бобы в последнюю очередь достаются. Ну, кленовый лист мы с тобой подбить не сможем, этого тоже не сможем. Единственное, что пробить только. Ага. Ага. Вот ты как делаешь. Ну что ж, друзья мои, тогда делаем так с вами, наверное, да? И вот так. А еще мы сделаем с тобой вот так. А еще пока больше ничего нам не нужно. Больше пока ничего не нужно. Сколько у тебя там этих бобовых, интересно мне знать, а? Дайдите мне карту. Вот, спортсменчик. Ну вот, наконец-то хоть что-то, ребята, мне подсунули. Путевое. Смотрим. Так, этот будет прокачивать. Этот 3, этот 4. Нормально. Крейсер наш, Аврору, мы сможем, если что. Ах ты гад ты этакий, а. 5-4. Места-то у тебя больше нету, только на водичку, если ставить. Слышишь меня, зеленый тень? Только на водичку тебе надо поставить кого-то. Ах ты вот как. Вот ты, значит, каким образом, да? Ладно, погнали. Угу. У нас у самих там места, блин, нету, чтобы кого-то другого поставить. Ну что, пропускаем, ребята, ход, естественно. Как ты видишь, у меня есть заклинание только лишь увеличение здоровья и портал. Ты серьезно думаешь, что я тебе вот отдам так крейсер свой? И ты тоже так думаешь? Наивно. Так, ну этого разберем, этого разберем. Этого уничтожим, этого уничтожим. Так, вот это мне не нравится. Этого все равно подобьем, да. Поэтому давай так сделаем. Погнали. Так. Так. И так. Ух ты. Ух ты.
ты, пух ты, что нам выпало, ребята? Интересно. Интересно. Вот так вот, да? Ну, допустим. Что еще ты там сделаешь? Ага. Красиво. Да не буду я пока тратить. Поехали. Так, сейчас мы с тобой вытянем карту любую. У нас еще прокачается она, верно? Верно. Ух. Смотри, что мы теперь с тобой делаем. Ну, это понятно, подрастает, все дела. Мы с тобой сделаем вот так вот. И вот так. Карту, карту, карту мне тяни. Хе-хе-хе. Так, а, ну у нас нету с тобой, понятно. Он, наверное, понял, что у меня нету больше карт, одни заклинания. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Ну, 5 в лицо, конечно, с мишенью сразу пробьем. Поэтому что-то сюда он поставит. И он поставил. Но неудачно. Все, ребят, он сдался. Ну что, если мы с тобой сейчас выигрываем, то мы переходим на следующий ранг. Ну и, соответственно, получим еще... Сколько там? 20 или 30 гемов. Не знаю точно. Поехали. Попытаемся что-нибудь с тобой сделать. Ой, кто-то мне сказал, что гриб вот этот — это самый слабый противник. Я тебе скажу так. Нет здесь слабых или сильных. Они все, ребята, хороши. Абсолютно все. Главное — правильно и уметь играть. И если у тебя есть в колоде отличные карты, а желательно все, и желательно по 4 штуки, то любым персонажем можно сыграть. Я тебе гарантирую. Гриб нельзя недооценивать. Начну этот колпак. Ну что вот, если я сделаю так? Можно было бы, конечно, поставить стража. Но все... Ой. Все зависит от того, на ком он играет. Если сейчас он будет на грибах играть, то это да, трэш. Сейчас вызовет, наверное, грибок свой, да? Который... Тюх, уничтожен. Ну, естественно. Предсказуемый чувачок. Ну и что мы с тобой сделаем? Мы с тобой сделаем следующим образом. Поставим сюда стража. И потом сыграем мозги. Ох ты. Интересно, девки пляшут. А что он там хочет, ребята, сделать? А, я понял. На грибочках, ребята, будет играть. Гриб, который будет наносить атаку. Но вначале ему нужно будет пробить вот этот. Уничтожить. Ты понимаешь, да, о чем я? А мы с тобой сделаем вот так вот. Видишь, что он творит? Он выжидает, ребята, выжидает момент. Слава богу, нам с тобой кое-что выпало прекрасное и надежное. Что, давай я вот так вот сделаю. Так, а теперь смотрим. Рикошет, кого, его? Засранец мелкий. Ах, ты твои налево, у меня защита же. Ну, конечно же, ребята, чуть забыл, что защита срабатывает. Так, сдулся, да, все? Сдулся. Так, ну что, друзья мои, поставим вот так вот, наверное, с вами. И вот так. Рикошет. Наносит. Видишь, как ему хочется. Как ему хочется уничтожить, а? Стража-то, ребят, как ему хочется уничтожить. Вот прям вот у него руки чешутся, не знает, что сделать. Как он ему не дает покоя.
Блин, давай вот это, вот этого, трикошет. Ну, в принципе, ребят, спортсмен тоже неплохо. Сделать рикошет ему, это даже очень замечательно. Так, теперь мы сделаем с тобой вот так вот. Угу. И вот так. Такая, да? Щекотливая довольно-таки ситуация. Вроде бы энергия есть. И ландшафт вроде бы можно поставить и побомбить, но тут страж мешает. И его сейчас не заклинашкой. Нет, заклинашкой можно, типа, газонокосилкой убрать. Но микс этот фруктовый здесь бесполезен. А, молоток. Молоток по башке, ребята. Да, но если его потратишь, тогда не хватит тебе и на ландшафт, и на грибочки. И к тому же 9 хп, сам понимаешь, да? 3, 7, 10, 12, 12. Ну, никому не хочется получать. Причем портал, который даже если сюда поставишь, он оп, и перетянет сюда, под защиту. То есть не пробить. Все, ребята, он решил сдаться. Нет? Воу. Серьезно? Ты решил, ну, одобряю. Он решил, ребята, принять проигрыш в глаза. Уважуха и респект. Ну что, друзья мои, мы с вами перешли на 32 ранг. Получаем 30 гемов. Итого у нас 805 кристаллов. Еще нужно 200. Слушай, а что у нас тут по заданиям? Давай глянем. Нанесите 20 единиц урона героями вспышкой на солнце. Получим 10 гемов. Тут бабахом и тут бесячеством. Че, может быть, попробовать это сделать? Все равно мы с тобой не потеряем, если что, ранг. Вспышкой на солнце нанести 20 единиц урона. Давай вначале бабахом, наверное, попробуем. Бабах. Где у нас бабах? Вот он. Выбираем. Поехали. 32 ранг. Я не боюсь потерять его, ребят, потому что мы не спустимся с тобой никуда, даже если проиграем. 26 ранг мне дали. Против. Окей. 1000 лет не играл за бабаха и... Что это у меня за... Трындец. Что это за колода такая? Это, видимо, я уже... Что-то я с ней сделал не то. Я чуть не помню, что мы... Нет, крахмал у меня был. Опа, вытягивает две карты. Делает доборчик. Самое обидное, что я... А, вот. Песик кукурузный есть. Давай я его поставлю сюда. Ой, зря я, наверное, убрал. Ну, точнее, поставил его. Странно. Опа. Красавелла. Кто же там у тебя сидел? Ковбойша? Ковбойша у него там была, прикинь. Ковбойша — это плохо. Че, пиратик у тебя на этот раз, да? На этот раз у тебя пиратик. Давай вот так вот сделаю. Я думаю, нормально будет. Че он там? Че-то он никак не успокоится со своими этими надгробиями. Ну, допустим. Я не знаю, кто там у него. Возможно, опять ковбойша. Возможно. Че, этого жухнем или как? Или через... Давай так сделаем, фиг с ним. Сделаем с тобой как-то вот так, наверное, еще.
Кто у тебя там? Ниндзя, ёк-макарёк. Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать, что у него ниндзя? И куда ты его перемещаешься, да, что ли? Еще и бонусную атаку делаешь. О-о-о. Все? И получайте. Так. Что у него там, я не знаю. 8 хп остается всего лишь, ребят. У него 8. Нам выпадает гарлик. Что мы с тобой можем сделать? Мы можем с тобой сделать вот так вот. Чпок. Кто там у тебя? Ох ты. Ох ты. Ух ты. И все? Сдулся? Ну давай, давай, выставляй свои надгробия. Погнали. Такс. Естественно, прокачка. Естественно, ребят. Ну и что там поставишь? Надгробие свое. Ставь. А мы с тобой сделаем... Что мы с тобой можем сделать? Орешек этот выставить сюда. Да зачем нам орешек? Мы сейчас с тобой поставим просто виноград и все. Да? Да? И все, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой, как ты меня напугал-то. Ёк-макарёк, серьезно что ли? Ох, сейчас тебе в лоб-то прилетит. Да. Ну что, я нанес 20 единиц урона бабахом, как и требовалось по заданию. Получаем с тобой 10 гемов. Так, нанесите 20 единиц урона героям бесячества. Ну давай, бесячество. Блин, вот за него действительно будет сложно. Так, бесенок-то у нас вот. Что там у нас за колода-то вообще? Такая специфическая на самом деле колода. Опять же, ребята, все самодельное, самолепное. Я нигде не подсматривал. Я вообще не имею привычки у кого-то подсматривать, слизывать, а потом играть, в отличие вот от своих противников. Смотрел этот... Как он звать-то, я уже забыл. Короче, там такие подлизоны, ребята, делают. Играешь колоду и думаешь, где же я ее видел? Ну, правильно, Freeing Up играет за эти колоды и сразу же слизывают, ребята. Ну, это, естественно, те, у кого есть легендарные карты. Потому что без лег там делать нечего. Чего? Вот так вот сразу же. Прикинь. Просто без разговоров. В лицо, на, получи, как говорится, и распишись. Че я могу здесь позволить себе? Вот так вот только сделать. Так, а этот у нас при использовании около зомби. А вот это будет считаться как, да? Если я сюда вот воткну. Ведь около же зомби это получится. Ну, у него 3 энергии. Что, он типа не может себе позволить что-то поставить здесь? Сомневаюсь. Может. Возможно, он хотел сделать 1-1 на земле. Но вряд ли у него 2 энергии сразу же. 2 суперспособности в руке. Он думает, наверное, как бы уничтожить его. Фруктовый микс 100% у него должен быть, поэтому лицо он может зарядить. Ну что ты там, что-то там. Вот, смотри, когда он смеется, он что там все трет. Эй, вспышечка. Вспышечка. Очнулся. Так, допустим. А теперь смотри, вот что я хотел сделать. Проверить, ребята, сработает или нет. Срабатывает, смотри-ка. Блин, ну на самом деле я хотел что-то другое. Эта карта меня как-то не особо устраивает. Слушай, а что он ждет-то? Ведь неспроста же. Ведь неспроста же он, друзья мои, что-то выжидает. О, как! На хилах? Ты сейчас серьезно?
Так, секунду, друзья мои, 1-1 на земле, да, будет? Я так понимаю. Ага. Не дает покоя ему, понял. Жаль, конечно, ребят, я хотел вот сыграть через этого. В принципе, я-то сыграю. Лишь бы вот этот дед не появился первым. Ох ты. Так, 5 в лицо ему обеспечено. Этого уничтожит, конечно. Так, а ты давай карту утягивай мне. Мускулатура. Так, 2. Итого 5 хп. Ну что, друзья мои, делаем-то? Берем купидончика, да? Бомбим сюда. И что у нас получается? Ох ты, ох ты, ох ты. Но это уже нечестно. Это уже, ребята, нечестно. 6 лицо мне неохота получать. Погнали. Три хп. Ну что, рискнем? Посмотрим, ребята. 3 хп всего лишь. Ох, виноградина у него. Так, 6 и 6. В принципе, терпимо, да? Давай мы, наверное, сюда с тобой переместимся чуть-чуть. Плюс мы заморозим с тобой какую? Наверное, первую виноградину, да? Ну да, первую виноградину заморозим с тобой. Поехали. Бумс. Пока никак. Да зачем ты, блин? Ладно, фиксим. Короче, ребят, победили. Я не хотел просто брать... вот это вот, как называется, не безумие. Ну ты понял, вот это отравление, не хотел я его тратить. Видишь, хотел убрать, а оно с этого сработало, короче. Ну что, мы с тобой получили еще 10 гемов. И остается, по-моему, последний там какой-то. Вот, вспышка на солнце. Вот это вот будет действительно проблема для меня. Вспышка на солнце. Вообще играть не умею, ребят. Ну что, вспышка на солнце. Во-первых, нам нужно с тобой, ну, посмотреть, наверное. Что тут у нас за колода такая? Не сказать, что супер-пупер крутая. Давай попробуем. Давай попробуем. Изобилие споров. Изобилие споров. Это получается, что у меня уже какая... Ну, это на автомате, да, выходит. Давай посмотрим, что за изобилие споров. Мне нужно нанести всего лишь 20 единиц урона. 37-й ранг еще дали против меня. Зашибись. Еще и... этот, заразительная сальса. Лучше, блин, не придумаешь. Так, секундочку. Подожди-ка, может быть, что-то у нас и получится. Твою налево, зачем вот... Ты уверен в этом, парень? Радостный такой. Слушай, ну мы можем с тобой сделать... Ну, одну в лицо, один удар в лицо получим. Ладно, фиксим, давай. Бомбанем. Ну у тебя за одну энергию ничего нету. Что ты там думаешь, сидишь? А, подожди-ка, 2. 2 урона наносит, а не один. Понял. Хм. Что-то ничего не стал делать. Наносит 2 единицы урона. Так, 3 энергии. Блин, ну что, вот что я могу сделать? О, тихо, подожди. Давай-ка я вот так вот сделаю. Будет интересно менять ландшафт или нет? Будет. И меняет. Еще и танцоров размещает. Еще и танцоров размещает. Ладно. Фиг с тобой. Опа.
Смотри-ка, что у нас с тобой здесь досталось. Мы можем, конечно, уничтожить всех зомби, но я, наверное, сделаю вот так вот. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Хорош. Так, я надеюсь, у него нету этого? Нету. Четыре в лицо, конечно. Еще четыре. Больно, на самом-то деле. Ага. Ну, погнали. Так, что у нас тут получается? Фигня, да, получается? 3-4. О, он даже забирает. Пу-бух. Пу-бух. Ну что, я не знаю, ребята, момент истины, наверное, будет сейчас. Ну ты видишь, да, что он делает? Момент истины. Ну что, взрываем? Растения и зомби на земле? Поехали. Так, сейчас у него сработает защита. Так, он может нанести... Да, он наносит 3 единицы урона. Все, ребята, вот теперь смотри. Надеюсь, у нас с вами все получится. А, блин, подожди, сейчас вначале он же сходит еще. Танцулька, да, выходит? Так, а что у нас здесь? Плюс 2 получает зомби. Так, понятно. Так, короче, здесь мы с тобой применяем вот эту вот заклинаху. Жик. Так, а теперь поехали. Так, дальше. Погнали. Так. Так. И вот так. Ну, понятно, тут в лицо. Ага. Ты будешь бомбить? Будешь. Так, сколько тебе там остается? 3, да? Ну что, ребята? Ой. Я испугался. Ребят, я испугался. Да шучу я на самом деле, ничего не испугался. Смотри внимательно, что мы с тобой делаем. Выставляем... Ну что, грушу, наверное? Или как? Или этого вызвать? Тут, в принципе, без разницы. Или все-таки есть разница? Да, разница все-таки есть. Тейнс. И, блин, хотел сказать, и пока. Нет, ребят, не пока. Он же восстановит себе здоровье, да, ведь? Ну, у нас с тобой, если что, защита сработает. Ух, смотри, что делает. Смотри, что делает. Это, кстати, он зря делает, потому что ему крышка. Все, все, ребята, заразительная сальца отдуплилась. Мы с тобой выполнили все ежедневные задания и получаем 10 гемов. Ну, я считаю, хорошо сыграли. Причем, что за вспышку на солнце у меня вообще, ребята, не получается играть. Это я тебе серьезно говорю. Теперь можно, как говорится, со спокойной совестью закругляться. Да, громко событий пройдено. Все, ребята. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.